Приветствую всех на своем канале, с вами снова Елена. И сегодня у нас с вами творческие Викенштейны. Мы с вами давно не расхламлялись. Я разбирала в связи с многочисленными мастер-классами и DIY-ами перед Новым годом, я расхламляла уже после Нового года свои творческие запасы. И вот у меня что обнаружилось, это все я выкидываю. Выкидываю краски акриловые, они засохли и уже восстановлению не подлежат. Это белый грунт или белая краска, я уже не помню. Белая титановая, вот такая черная, она засохла и восстановлению не подлежит. Вот такая голубая. Тоже она там достаточно много, но она уже засохла. Вот такая вот я смешивала зеленую, тоже засохла. Черная тоже засохла. Желтая. А нет, здесь белила, но я смешивала желтую, светло-светлая. И, в общем, тоже она засохла. Так, по краскам еще вот такую вот коричневую умбру. Тоже она засохла, сломалась крышка, вот как вы видите. То есть вообще там, конечно, немного осталось, не жалко выкинуть. Очень много контуров засохло, к сожалению, но я много лет не пользовалась ими, поэтому вот так вот. Посмотрю, может быть, можно где-то носики оставить, почистить, но они почти все вот так потрескались. Вот, есть где-то неплохие носики целые, может быть, носики удастся сохранить. Контуры, к сожалению, все просто дубовые засохли, и очень жалко вот такие практически целые. Можно сказать, один раз, два пользовалась. Жалко, но что делать, засохли, надо было что-то делать с ними, а я не делала, не занималась этим делом. Вот, ну вот такие, конечно, жалко, которые практически полные, она вообще даже не гнется. Вот. Ну что делать, в общем, посмотрю, может быть, какие-то носики удастся спасти, я их оставлю, остальное все на выброс. И также выкидываю лаки для ногтей. Я их использовала в творчестве. Как-нибудь, если доведется, DIY-чик для вас сниму, каким образом. Ну вот, такие они у меня разнообразные, все дешевые, по 30 рублей. Покупала уже очень давно. Прозрачный, черный с блестками, какой-то кремовый, кремовый, прозрачный с блестками и вот такой вот нежный. Все выкидываю, потому что уже восстановлению не подлежит. Вот такой у меня маленький Викенштейн. Если было интересно, ставим пальчики вверх. Мне будет приятно. И увидимся с вами в следующих видео. Надеюсь, в следующих Викенштейнах. Потому что я что-то перестала выкидываться, размусориваться. Надо снова возобновить это. Так что, надеюсь, появится больше видео Викенштейнов. И увидимся, в общем, в следующих видео. Пока-пока!